Всем привет! Сегодня на обзоре обувь Перлы Зуми. В данном случае моделька туристической обуви, предназначена для мужчин, несмотря на то, что цвет вот такой красный. Размеры есть достаточно большие, поэтому мужчины будут щеголять в таких ярких и красивых велокроссовках. Обувь сделана не только для поездок на велосипеде, но и для пеших прогулок. Вот такая удобная, плоская и неплохо гнущаяся подошва, как для велотуфлей. Есть заглушечка, поэтому смело можно ходить, можно ездить на педалях, которые называются топталки. Вот такая резиновая подошва, и на ощупь она достаточно мягкая, поэтому ходить в них будет комфортно. Специальная петелька для того, чтобы держались шнурочки резиновые. Это традиционная технология для велообуви. Удобный мягкий задник, шнурочки специальные. И верх. Верх цельный и хорошо дышащий. Вот эта часть, она обстается такой достаточно плотной сеткой, очень даже плотной, не просвечивающейся, но с накладками вот такой искусственной кожи, которая придаст ей долговечности, крепости, хорошо проработанный такой вот носочек для гуляния и поездок по бездорожью, быстро сохнущая поверхность этих туфлей. Ну и, конечно же, вес. Вес очень приятный, как для велотуфлей с резиновой подошвой, 376 граммов. Жесткость подошвы четверочка. Это неплохо. Это такая традиционная туристическая плотность. Ну и все это вместе с синтетическим дышащим верхом обеспечит вам комфортные прогулки, поездки и возможность поездок с контактными педалями. Как всегда, в стандарте единый СПД, двухточечное крепление, снимается заглушечка и ставятся педальки. Перед вами была обувь Перлы Зуми X-Road Fuel V5. Обратите внимание, что для размера, который позиционируется как 42.0, у Перлы Зуми размер стопы 26,5 см. Вот такая размерная сеточка, к ней нужно привыкнуть, освоиться и приобрести такую обувь.